88-летний актер Василий Ливанов, сыгравший знаменитого сыщика Шерлока Холмса в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссера Игоря Масленникова по произведениям английского писателя Артура Конана Дойла, высказался о поведении иноагентов Максима Галкина, Семена Слепакова и Михаила Шатца. В частности, он назвал тему Галкина ничтожной. Народный артист РСФСР также назвал Шушерой комика и многих, кто покинул Россию. «Я про этих людей, типа Галкина, даже разговаривать не хочу. Не считаю нужным тратить время на разговоры об уехавших. Они уехали, выбор свой сделали. Пусть там остаются. А нам хватит уже уделять им свое внимание. Они того не стоят», — заявил Ливанов. Напомним, Максим Галкин вместе с семьей покинул Россию и обосновался в Израиле. Во время выступления он иронично пошутил, что перемирие будет достигнуто, если на Донбассе появится Киркоров в колготках. После обострения палестино-израильского конфликта Галкин заявил, что не собирается покидать Израиль. Однако вскоре он переехал вместе с семьей на Кипр. А недавно шоумен, уже находясь в Латвии, опубликовал совместное фото с супругой Аллой Пугачевой. Шоумен Михаил Шатц на концертах шутил, что звание иноагент дают только лучшим. Сегодня он заявил, что потерял комфорт, находясь в Израиле. На днях комик Семен Слепаков сочинил и представил пародию на песню Шамана «Я русский». В композиции «Нерусский» он поет о том, что ест кошерную пищу, хранит деньги в банке, не пьет по будням и надевает шапку на морозе.